Серафимовича, 15. Девятиэтажный панельный дом 1968 года постройки. Входы в парадные выглядят неплохо. Установлены домофоны. Просторный зеленый двор. Есть детская площадка. Есть места для парковки. Рядом школа, детский сад, кинотеатр. Ближайшие станции метро Левобережная и Дружбы народов. Недалеко на Русановском канале и озере Тельбин есть зоны отдыха. Состояние дома удовлетворительное.